Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Никита Бенами. Это Такара. Не выпала честь разобрать работы Натальи Ларгиной. То, что я могу сказать, когда я оценивала работы многих художников, ну и не только художники, то есть работы присылают художники, фотографы, скульпторы, кукольники. Есть море разных направлений. И я помню взгляд на работу Натальи. Мне даже показалось, что я смотрю на представленные конкурсы фотографии. Это действительно похоже на фотографию. Даже не сразу можно понять, что это краски. Более того, меня удивило, что это масляные краски. Ощущение от ее работ – глоток свежего воздуха. Чистота, прозрачность завораживает. Что мне понравилось особенно на этих черно-белых картинах, всегда присутствует какой-то маленькое пятнышко цвета. И это добавляет еще больше контрастности, и это добавляет жизни этой картине, этому произведению. Насколько я поняла, что Наталья занимается живописью всего несколько лет, и я могу сказать одно. Наверное, очень жаль, что она не занялась этим еще раньше. Талант не скроешь. Талант прорывается сквозь картины. Я надеюсь в будущем увидеть еще больше картин, потому что смотреть на эти цветы было приятно, было спокойно, было свежо, от них веяло чистотой, от них веяло жизнью. А игра света, игра теней, игра цвета, игра жизни в этих картинах. Просто хочу передать огромное спасибо за это удовольствие. Спасибо вам. Хорошего вам вечера. Ну и любого времени суток. Счастливо. Ваша Никита и Такара.